Так, сегодня мы продолжаем копать немецкий блиндаж. Дождик идет, хорошая погода. Копать еще и копать. Посмотрим, что он нам выдаст сегодня. Такая чернильница, например, лежала. Без надписюрок, конечно. Приятно. Чернильница. Такая вот подкова немецкая сапога. Густава. Такой вот тубус маршинки-тренк, таблеточек, таблетки растворимые, чтобы делать тонизирующий напиток. Вот такой вот тубус, крышечки тут от него тоже попадаются. Одна таблетка на 2 литра. Вот такая вот штука. Такой вот пузыречек с йодом попался. Сепсотинктур. С надписюлькой. Так, а это что у нас было? Было, 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 было. О, я знаю, что это такое. Это от трубки, да. Прочищает трубку, забивает табачок. Такая вот штучка. Наборчик. Щетка, по-моему, сапожная. Ну да. Сгнила. Такая вот была щетка. Смотри. Очень же. И бутылку из-под шампанского раздавила. А у тебя что же, да, был щетка? Угу. Что тут у нас? Похоже, еще один нож. Сырок. Ага. Симпатичный. Ничего себе. Вот это да. Нержавеечка какая. О, так это же. Так это же Пуко, это финка. Вот. Это чистая финка. Вот у нее выступ характерный. Чётенько. Финочка. Что? А это? Сырок. А это сырок. Забирай его себе. Вот это да. А я давно же хотел финочку, я же ножны делаю. А тут такая красота. Овца-дрица, овца-ца. Что, заблудились опять? Вот такая вот резиночка, стерка. Вот такая обычная резиночка. Такой вот тюбик попался. Мазь от обморожения. Мася. Фростшотзальбе. Мася. Отморозили. Еще полный. Можно мазюкаться. Да. Будем зимой.
зимовать. Мазать. Что-то у нас показался карандашик. О, что-то он рассохся. Плохо. Рассохся. В принципе, так, если его сложить, будет целый карандаш. Штучка. Игральный кубик. Размером я не знаю со что. Просто как я его нашел, я даже не представляю. Вот он. Нормально. Опупить вообще. Похоже, у нас расческа торчит. А это, кстати, пыльник. Да, куча. Пыльник на ствол винтовки Маузера. Такой вот резиновый. А под пыльничком у нас лежит расческа. Прижало тут деревяшками. Чуть-чуть поломанная, но не страшно. Тоже находка. Вот такая расческа. Уже четвертая в этом блиндаже. В этом сезоне. Есть даже какие-то надписи, но пока непонятно, что там. По-французски, возможно, что-то написано. Что это такое? Дерзкий. Вот такой мундштучок нарылся от трубочки курительной. Может быть, и трубочка где-то неподалеку лежит. Будет уже тогда вторая в блиндаже. Под полом оказалась бутылка. Раздавил ее, что ли? На шмоток. Крючок какой-то. Что-то вешали шмотки, наверное. Такая бутылка на дне. На дне ничего нету. Как у тебя только что вылезла, такая же. Пивчик, наверное, пили. Так, что это у нас тут? Это похоже на... Тоже, по-моему, карандаш. Карандашик. Латунный. Механический карандаш, похоже. Бакелитовый. Какая-то говничка лежит, извини. Какие-то надписи. Кавекко специаль. Вот такой вот классный карандаш. Смотри. Опа. А у меня не нержавеет. А покажи ручку.
А, так это фунтик, это же не финка, это. Вон, зырь какой, у меня карандаш модный. Не фаса. Тоже модный. Ну-ка, что у нас тут выпало? Перочинный ножичек. Да, вот такой вот ножичек выпал. Вот такой перочинный нож. Ну, в принципе, почистить будет гуд. Синий цемент подналип маленько. Такая штука. Вот такой вот ножичек из нержавейки. Да, такой же, как у тебя, да? Да. А, там точно. Написано? Не, он просто. Вот. Отдел. Да, симпатичный. Раз. И готово. И на матрас. Гуд. Вот попалась такая монетка. 10 феннингов. 25-й год. Слышь, старенькая какая, 25-й год. У меня тоже старенькая. У тебя 35-й. Да? А это 25-й. Деревянными накладочками. Еще один ножичек перочинный с деревянными накладочками попался. Да ты сука. Он садится. Вот, вот такой вот. Грязненький. Но железо. Железо целое. Почистить и будет арбайтом. Как часы. Держи. Вот еще один показался. Игральная кость. Вот. Такой зеленый микрокубик. Так, что тут у нас карандаш попался. Да. Длинный такой. Там в этом блиндаже карандашей навалено. До расчесок. Такой вот карандашик. Просто что склеить. И будет целый карандаш. Да это же знак заранения третьей степени. Вот так вот бывает. Такая вот роняшка штампованная. Красота. Yeah.
Да. Неплохо. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Куда? Ремешок торчит. Что тут у нас? О! Фонарик. Фонарик. Фонарик с динамо. С динамо машины, что ли? Типа, или как он там. Такой вот фонарик. Ну-ка, сейчас мы его где-нибудь помоем. О, так это же наш. Электросила. Прикольно. Симпатичный. Вот такой вот симпатичный фонарь советский. Тоже чекушка стоит. Да, куда-то у нас показался какой-то тюбик симпатичный. Похоже, целый. О, это у нас щетка. Булная щетка. Такая подуставшая. Рядышком. Вот такой симпатичный тюбик. Фиора. Немецкий. Такой вот перочинный ножичек. Еще один. Из нержавейки. Они, наверное, все на этой стороне. У него, правда, штопора не хватает. А там что-нибудь написано на нем? Не, ничего не написано. Просто по нержавейке прет, я смотрю. Ну. Католический крест. О, крестик. Не, у меня кресты лучше не собирать. У меня кусочек кожулины. Подожди. Это же это. Так это же от Каспа. Кассона. Хорошая. Запчастюленка будет, да. А у меня вот. Видишь, он накладной. А это ихний, да, походу? Ну так это католический, да?
А где-то там? Да, там. Вот такая вот маленькая чернилка еще попалась. Выкинули такой вот допремень. Выполз. Живой вроде. Пряжку только заменить. Такая штучка. Вот еще одна щетка обувная нашлась. Вот такой щеточкой чистили сапоги и так далее. Тоже какая там по счету. Вот они тут в рядочек лежат. Вроде как показалась отвертка. Сейчас посмотрим. Такая вот самодельная отвертка из куска проволоки. Вот, с утреца продолжили копать блинчик. И вот сразу вылез такой топорик. Ничего, такой увесистый. Такой вот перочинный ножичек, симпатичный. Был бы он закрыт, я бы его не увидел. Так вот, мундштучок от трубочки курительный попался. На чем-то его затачивали вручную потом. Показалась монетка. Пятерочка. Это она. Да, да. Пятерочка. О, 5 шиллингов. Какого? Художника. 24-й год. Лови. Собака. Вот такая вот штучка.
булавка латунная. Прикольная штучка. Угу. На него. Что он тут у нас залегание сделал? А? Оп. Алюминиевый колышек от палатки. А, ну, сзади мне нужно быть, скорее всего. Где, наверное, как всегда, по налипу. Ну, что-то есть, да. Да. Ну, не без колышков. Не без колышков. Такой вот симпатичный сохранчик. Чуть-чуть поналипло. Какой там? 36-й год. О! Что там у тебя? Куличник! Вот такая вот баночка. У нас же была крышечка. Крышечка не выжила, правда. Крышечка умерла. Она была цинковая. Тоненькая. А вот баночка. Огурец. Огурец. Была не цинковая. Это, наверное, конечно, тоже мазь была. От обморожения. Что-то такое. Это, по-моему, точилка под лезвие. Должна быть, по идее, вроде еще вторая половина. Там должно быть написано ДРГМ и нарисовано лезвие. Все четко нам. Пропага ДРГМ. Такая вот точилка для лезвий. Ой, шатается. Ножичек выпал, но лезвие сдохло. Да уж. Лезвие подыхашку сделало. Это не перочинный, это столовый нож. С деревянной ручкой и сдохшим лезвием. Монетка вылезла. Монетка. Да, давай посмотрим монетку. Монетка даже очень гуд, десяточка. О, десяточка, какой год, смотрим, смотрим. 24-й. 24-й год, хорошо. Еще 5 пфенингов. Такой вот 38-й год. Курочка и паучок. Хорошая. Гуд. Больше ничего не было? А он пугается. Да, он палатка, видимо, лежал, да? Это мой люверс вон. У нас вылезла. Какая-то тоже посеребрённая вроде. О, там даже с надписюлинами. НВ. Инициалы. А, не, слушай, для наших это ганцевская. Это ХБ. Я, ну а чё? Реально ХБ. Куда нам два инициала-то? Тут уже не наспех делали. Ну вот, выжила вторая ложечка. Она толстая. Посеребрённая. Красивая. Такая увесистая. Её под котелочек согнули. Так вот, ящичек стухший. А в нем лежал батлик. Такой вот. С пробочкой. Да и там забилось. Внутри палатки. Блин. А. А там что, стена, что ли, да? А там стена, да.
ящичком лежала ложка. Ух ты, с набора, не? Не, не с набора. Какая-то другая ложка. Непонятно, какой-то то ли алюминий, то ли не алюминий. Но по весу легкая. Надо помыть, посмотреть, ну что? И полотри ложку. Ложек не было, что ли? Ничего не видать? Ничего не видать. Ну, такая симпатичная, легенькая ложечка. Чай, что ли? Не. Попался колышек от палатки. 39-й год. Что-то его загнули зачем-то. И вот такой вот подбородочник. Маленько он подустал. А тут лежит какая-то бутылка. Такой зеленый батлик. Початый. Так, что там? Снизу над писюльки посмотрим. Вот, так это наш. НКЛП 075 Константиновка, главстекло. Па. Вот такой вот тренировочный патрон. Цельный, без пороха, не разбирающийся. Показалась симпатичная бутылочка. На нем коньячок был. Сейчас посмотрим. Целая, не целая. Вот так вроде лежит целая. Бенедикт, что ли?
чтоб топло. Да? Вот. Бенедиктин. С пробочкой деревянной. Внутри что-то плещется, но вряд ли это коньяк. Конечно. Но бутылка симпатичная. Вот перед входом в блиндаж висел вот такой вот талисманчик. Подкова.